Глава МИД России Сергей Лавров встретился с представителем Генсека ООН Насером Абдель-Азизом Ан-Насером. Он возглавляет организацию так называемый «Альянс цивилизаций». Это движение создано в 2005 году в поддержку межправительственного диалога по инициативе бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Сергей Лавров отметил, Москва стояла у истоков Альянса и намерена укреплять сотрудничество, чтобы препятствовать разжиганию конфликтов. Сегодня значение вашей деятельности значительно возрастает. В условиях, когда в различных частях мира, в том числе, прежде всего, на Ближнем Востоке, на севере Африки, пытаются разжигать межконфессиональную рознь, пытаются использовать религиозный фактор, цивилизационный фактор в качестве инструмента недобросовестной политики. Представитель ООН, в свою очередь, подчеркнул важную роль Москвы в противодействии экстремизму в мире. После переговоров стороны подписали два меморандума о взаимопонимании.